Всем утро доброго, добра, наидобрейшего. Наконец-то этот день наступил. У нас погода сегодня прекрасная. Я прям жду не дождусь, когда распечатаю тортик, вам покажу. Девочки, мальчики, познакомьтесь. Это брызги шампанского. Давно мечтала заказать такой торт. И вот, наконец-то, моя мечта исполнилась. Смотрите, какой красавец. Все, всем привет, девочки, мальчики. Смотрите, я накрыла стол. В общем, отмечаю 1 мая. Почему? Потому что не знаю, что будет завтра. Ну, вернее, завтра знаю, что будет понедельник. Может быть, пойду на работу. Поэтому заранее отмечаю сегодня. Всех поздравляю. Так, короче. Девочки, мальчики, всем привет. Смотрите. Купила хостерса. Это с курицей. И соус. Сальса. Мексиканский. Попробовала. Заходит. Вообще вкусно. Слушайте, я на прошлой неделе пошла гулять на улицу. И, в общем, видела такую картину. Молодая пара, парень с девушкой, ну, нормально одеты, все. Шли по улице. Парень пьяный, вообще неадекват. Идет, короче, и начал, прикиньте, орать. Прямо орать на всю улицу. Галя, покажи мне ту мразь, которая на нас смотрит. Ну, понятное дело, все смотрят. Ну, как бы не так ненавязчиво. Но она такая говорит, успокойся. Типа, я с тобой никуда не хочу идти, отвяжись от меня. Ладно. И ушла от него. Он, короче, к ней подходит и прямо при всех берет вот так вот кулак. И как дал ей. Но она, Галя, оказалась стойкая. Она не упала, хотя девушка хрупкая. Стояла, стояла, не упала. Потом, короче, они зашли в эту, ну, в Бургер Кинг, что-то купили. Зашли в магазин. Он накупил пиво. Опять целую кучу. И Галя тоже. Галя тоже уже хороша. Выпившая была, пьяная. Ну, и потом говорит, я, типа, говорит, приду домой, я тебя, говорит, вообще убью. Представляете? Вообще ужас, столько агрессии. Я не знаю, как там Галя с ним живет. Бедная Галя. Может, и не бедная, может, просто пьют вместе. И все, ужас просто посреди улицы. И никто замечания не сделал, никто полицию не вызвал, вообще никто ничего не сделал. Ужас. Я уже заранее отмечаю 1 мая, что завтра некогда будет вообще. Это мои моллюски. Ну, мидии. Ела. В банке осталось чуть-чуть. Ну, господи, эти косточки. Не знаю, невыносимо просто. Рыба то ли вообще какая-то сильно свежая, то ли не замаринованная, так и не поняла. Это скумбрия. Не знаю, что тут. Одни косточки. Это побольше сальса. И еще это, имбирь. Мне имбирь нравится, я целую банку съела. Сейчас. Вот смотрите. Остается немножко. Вкусно. Так, сейчас поймаем моллюска. Поймала мидию тоже. Прикуску. Как вы отмечаете свои праздники? Пишите.